В Карагандинской области почти 600 сельских семей получили квартиры в городе Сатпаев. Все они жители поселков Жезказганского региона. Часть самого Жезказгана официально считается зоной обрушения. Под ней находятся несколько шахт. Под снос пойдут еще 5 населенных пунктов региона. Там планируется начать добычу руды. На возведение 40 многоэтажек из республиканского и областного бюджетов выделили 14 миллиардов тенге. Все дома и коттеджи сдадут под ключ к концу года. 15 многоэтажек уже заселили. Также в городе построят новую школу на 600 мест. Это город все-таки, там село, поселок. Ну, нормально, жить можно. Я не против, то, что я не жалею, что переехал сюда. Устраивает все нормально. Квартира хорошая, просторная.